Привет! Сегодня поговорим про микро анимашки, а точнее про мое отношение ко всей этой истории. На всякий случай напомню, а может быть кто-то даже и не подозревал: что на этом канале я никого ничему не учу. Что хочу, то, то и верчу. Канал то мой. В общем, ребятушки, я не собираюсь никого учить ни дизайну, ни веб-дизайну, ни тем более жизни. Меня слушай, я сказал так и делай, а то, что он тебя научил, это все неправильно, он козел, он мошенник, он не разбирается, у меня тысяча отзывов, меня надо слушать. Нет, конечно же, всего такого тут не будет. Я просто делюсь с вами своим опытом, ведь опыт не пропьешь. Рассказываю, как я это нафрилансил, как я это под себя настроил, организовал. В общем, высказываю свое мнение к чему-то происходящему недалеко от веб-дизайна. И мое мнение, конечно же, с вашим может не совпадать. И при этом, если я кого-то обидел своими этими высказываниями, то, конечно же, <с controllers> так вам и на... То, конечно же, извиняйте. Вот сегодня и посмотрим, как же я отношусь к анимациям на сайтах. Скорее всего, это видео будет в плейлисте «Как я это нафрилансил». Поэтому не удивляйтесь, что мы тут не разбираем какую-то мою конкретную работу, но при этом заставка будет синенькая. Дело в том, что я абсолютно каждому заказчику советую заморочиться на микроанимашке, чтобы у него сайт был динамическим, живым, интересным, а не каким-то скучным и статическим. Для начала давайте разберемся, что же я считаю классными анимациями, а что для меня просто какой-то... <связать> Никак по-другому я это назвать не могу. Ну и опять же, это только мое отношение ко всему происходящему, поэтому не ругайтесь. Начнем мы, наверное, с плохих примеров, чтобы потом их можно было скрасить чем-нибудь классным, потрясным. При монтаже я эти два сайта заблюрю, чтобы все-таки меня никто с тухлыми помидорами не искал, потому что нас интересует в первую очередь анимации, а не то, как выглядят конкретные какие-то сайты. Дизайн мы не обсуждаем, мы смотрим, как двигаются элементы, когда мы скроллим страницу. Так, ну что, обновляем страничку и смотрим, как все начинает падать, прилетать. Скроллим страницу, это справа, это слева, это по центру. Тут что-то тоже выезжает, появляется, все по-разному откуда-то выдвигается. Тут текст сверху, этот снизу, этот с каким-то поворотом. Ну тут просто ховер есть. О, прилетело, упало, замигало. Это просто, просто вот, если есть где-то какой-то сборник плохих анимация, вот это смело можно ставить на обложку, потому что, кстати, вот это вот классная анимация, потому что она стоит на своем месте, она тебя не бесит, она не прилетает откуда-то из каких-то углов, все, этот элемент уже стоит на том месте, где он должен стоять и просто появился в том же месте. Даже если бы вот этот элемент стоял чуть ниже и с каким-то сдвигом появился и с фейдом, вот такие анимации еще сегодня посмотрим, было бы нормально, но вот когда что-то откуда-то прилетает с разных сторон, вылетает, бесится, прыгает, скачет. Это просто это, тебя это бесит. Тебя эта страница, страницу хочется просто закрыть, потому что это не какой-то стильный классный сайт, а просто какое-то цирковое представление. Вот такие вот анимации, когда все вылетает, прыгает, скачет, я называю бесящими, и всем своим заказчикам советую их не использовать. Так, давайте посмотрим второй пример, потому что там тоже есть что обсудить. Я его, как и уже предупреждал, заплюри на всякий случай. Мы смотрим то, как страница сходит с ума. Что-то откуда-то прилетает, улетает, вон человек вылетел, ударился головой об этот прямоугольник. Смотрите, вот аватарка человека, и вот он просто вылетает и бьется головой. Что-то вылетает с разных сторон. В общем, страница сходит с ума. Этот текст едет вверх, этот текст едет вниз. В итоге они пересекаются, уже как-то конфликтуют. Какие-то кнопки появляются. Вот почему бы не сделать снизу кнопочку? Почему вот нужно дергать человека за нос? Вот тут в глаза ему тыкать. Этому в носу поковырять. Этому в носу. Этому в глаз нужно нажать. Вот что-то откуда-то поприлетало. Это полностью выехало. Вот это вот классная анимация. Когда анимация реагирует на курсор, это просто офигенно. Когда... А когда они реагируют на курсор, вот это кнопки, но они никак не реагируют на курсор. Мы наводим, и ничего не происходит. Как понять, что это динамический элемент, если не обратить внимание, что вот курсор меняется на палец? Но это же кнопка, почему никак не реагирует? Вот ховеры мы постеснялись показать, а вот то, что где-то там где-то что-то прилетает, это вот, пожалуйста. Ну, бац, бац, повылетало. Ощущение, что на работе секретаря Людочку попросили создать какое-то объявление, и она в Варде нашла каких-то там 10 стандартных этих радужных стилей и вот просто собрала из всех 10, 10 слов ей надо было написать, и она каждое слово написала каждым новым стилем. Вот то же самое, что вот, смотрите, вот эти штучки вроде классненько появились, но текст при анимации наехал на одну из них. Так, давай обновим и еще раз приедем в тот блок. Вот мы приехали, а текст он на эту карточку наехал, уже как-то не очень. Мало того, что оно наезжает, еще ладно, когда прилетает сверху или снизу. Но когда прилетает сбоку, это просто вообще, я считаю, просто ахтунг. Вот форма приехала и закачала головой, смотрите. Качает головой, как бы нет, нет, не надо, не надо меня заполнять, нет, нет, нет. Я, я не хочу. Вообще, голова просто уже крутится от этого сайта, уже уже дурно, хочется выйти на свежий воздух. Вот мы вводим курсором, и ничего не происходит. Вот этот космонавт, он стоит на месте. Но там же невесомость в космосе. Было бы классно, если бы он как-то смещался вот так вот, не спеша вверх-вниз, вверх-вниз. Или вот ракета. Было бы классно, если бы она вот как-то вот так вот туда-сюда двигалась. Показать, что это невесомость. А так мы наводим, мало того, что она сама по себе никак не двигается, так мы еще курсором наводим, ничего не происходит. Хотя это кнопка. Тут вот вроде ховер есть. Поэтому, ребята, если делаете анимации, которые прилетают, это просто тут хуже анимации придумать сложно. Но опять же, это я так считаю. Может кому-то просто нравится, когда все взрывается, когда сайт сходит с ума, что-то сталкивается, наезжает друг на друга. Но я считаю, это плохие анимации. Еще я считаю, анимации плохие, когда вот кнопка. Мы сегодня посмотрим пример. Ладно, давайте я сразу его покажу. Так, где, 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 где? А вот. Видите, кнопка появилась. Мы навели. Мало того, что тут небольшой параллаксик. Вот видно, буква Г становится чуть выше человечка. А тут человечек прямо в букве Г. И вот появляется классная кнопка, и мы можем нажать. При этом у нас лица вообще не пострадают. Если мы тут наводим, то вот надо в глаза тыркать, в носу ковыряться, со сопли вытирать, слюни. в общем, ну это просто ужасно, ужасно. Но опять же, это только мое мнение, поэтому все, давайте отсюда уйдем, пока, пока меня там не нашли. Поэтому, ребятушки, если вы будете заказчикам советовать какие-то анимации, пожалуйста, отговаривайте. От анимаций, которые сходят с ума, когда целые блоки крутятся, вертятся, откуда-то прилетают, сталкиваются, наезжают друг на друга. В общем, когда страница сходит с ума, это ужасно. Это просто голова кружится и хочется это скорее закрыть. Но опять же, возможно, это только у меня так. Вместо этого я вам советую заморачиваться на микро -анимашки. Микро, то есть какие-то незначительные анимашки которые оживляют страницу. Не так, что она сходит с ума, что там все крутится, взрывается и вертится и скачет. Нет, например, мы скроллим страничку, и вот у картинки есть параллакс. Уже интереснее выглядит, чем просто если бы вот этот блок был каким-то статичным. Скроллим, она реагирует на скролл. Наводим курсор, баннер увеличивается. Он показывает, что вот он какой-то такой динамический, можно на него все-таки нажать. Вот появляются какие-то кнопочки, наводим на кнопочку, она как-то указывает направление, куда будет, наводим на иконку, она реагирует на курсор, стрелочка показывает, куда же она будет сдвигаться, или вот другая стрелочка. Вот, например, баннер, в нем есть смена градиента, это тоже микроанимашка, то есть это не анимация, которая прям... Анимация! Нет, это микроанимация вот такая вот няшная, незначительная, незаметная, но тем не менее она оживляет этот блок он уже становится интересным. Там в заготовке было 5 цветов, достаточно контрастных. Зеленый, какой-то синий, красный. Я вот оставил 3, подобрал такие цвета, которые более-менее подходят на ютубовскую тему. А зеленый, синий просто убрал. И вот этот баннер стал достаточно таким интересным. Обновляем страницу, приезжаем в футер. И вот футер вылазит, но вылазит из-под блока, то есть не вылазит из края экрана. То есть не происходит никакого такого движения, как на американских горках, когда прям дух захватывает, прям Прям хреново тебе становится от того, как дух захватило. Нет, вот выехал в футер какой-то вот такой анимации. но ну, это тоже микроанимация считается, потому что футер стоит на месте, а блок двигается. Телеграм, скайп, появляются иконки. Это тоже микроанимация, то есть это реагирует на курсор. Вот такие вот штуки я люблю и всем советую. Или, например, перейдем в блок, который не блок, а который бложек. Вот появляются заголовки. Мы скроллим, и заголовки рисуются блок уже стоит на месте. То есть он не прилетает, он уже стоит там, где должен стоять. Но при этом у него есть такая вот няшная анимашка, рисуется заголовок. Или вот мы зашли, есть преемственность того, что тут тоже заголовок нарисовался. При этом вот и баннер увеличивается, и у картинки параллакс. Но при этом все целиком, оно не взрывается, оно тебе не насилует мозги. Или вот вкладки. Мы наводим, вкладка подпрыгивает, по-моему, это достаточно классненько. Поэтому, подводя итог, я считаю, что анимации, конечно же, должны быть, но это должны быть микро-анимашки. Микро. То есть какие-то незначительные. Реагируют как-то на курсор, как-то что-то где-то скроллится незначительно, где-то какие-то есть переливы, эффектики небольшие, вот какие-то иконки появляются, но не так, что целиком прилетает какой-то блок, бьет тебе в голову. У тебя кружится голова, как на американских горках, уже плохо тошнит и хочется с этой страницы скорее уйти. Ну, я считаю, что с такими анимациями страница просто показывает, что ты попал к каким-то... Ну, если не мошенникам, шарлатанам, то просто к каким-то дилетантам в какой-то отдел детского мира, какое-то цирковое представление, в общем, каким-то несерьезным ребятам. Так вот, есть у меня такая страница на сайте микроанимашки, которая находится по адресу CSS. Ну, потому что во всех анимациях участвует CSS, а во-вторых, на клавиатуре, когда я набираю CSS, когда мне нужно быстро попасть на эту страницу, это очень удобно, двумя пальцами набрал, и вот она сразу появилась. То есть не надо писать там что-то CSS, Stalys, Animations, что-нибудь такое, магическое. Так вот, состоит эта страница из нескольких частей. Тут есть несколько абзацев о том, что это за страница и как ей пользоваться. Если вкратце то мы смотрим видосики, вдохновляемся какими-то анимациями. В этих видео, это видео моих презентаций, то есть то, как я считаю, должна выглядеть анимация на сайте. Никогда что-то где-то взлетает, прилетает, а вот как-то, звук. А вот как-то, видишь, вот что-то дорисовалось, появилось не так, что у американские горки, от которых кружится голова, нет, все, вот они, контейнеры уже на своих местах. Просто как-то вот фоны дорисовались, вот что-то появилось незначительное. Вот тексты нарисовались, какая-то рамка нарисовалась. Или вот, например, одна строка поменялась на другую, потом большие фотографии. Или вот, например, крутятся пины, привлекают внимание. Вот я считаю, что это классненькие анимации. В данном случае скажете, да, вот цветы у тебя вылезли из-за экрана. Ну да, иногда, иногда такие анимации можно, если они какие-то уместные, скажем так. А не так, что абсолютно вся страница сходит с ума. Выкрутился? Ну, будем считать, что выкрутился. Ну и под видео уже пошли заготовки всяких разных анимаций для кнопочек, ссылок, кнопки, иконки, поля ввода, всплывающие окна, вот фотографии. Причем эта коллекция не просто какие-то самые первые, их же вообще уже миллион всяких разных анимаций, примеров. Есть такие неравнодушные, которые выкладывают бесплатный доступ, и вот пользуйтесь на здоровье. Так вот, я подобрал как-то, посидел коллекцию себе, которая в первую очередь нравится мне. Ну, а если нравится мне, то не стыдно уже порекомендовать заказчику. Во-вторых, я пособирал такие коллекции, где много всяких примеров, чтобы можно было сравнить, что, например, вот фотография зумится так, зумится так, поворачивается, где-то выезжает. Вот, кстати, выезжает фотография. Можно сказать, прилетает, да, вот она справа прилетела. Тут контейнер уже стоит на месте. То есть не вот этот контейнер прилетел вот отсюда, с правой части экрана и встал сюда. Нет, он уже тут стоит. Причем он реагирует на курсор. Это тоже большое отличие. Когда анимация реагирует на курсор, хочется полазить по такому сайту, посмотреть, где что есть, как он сделан. То есть не только мне как дизайнеру или как не знаю разработчику, как разработчику, а даже какому нибудь заказчику просто интересно полазить, понажимать что-то или просто поводить курсором. А когда у тебя прилетают эти американские горки, и сходишь с ума и хочется, конечно, поскорее все это дело закрыть. Так вот, тут есть какие-то эффекты. Например, вот третий эффект. Заказчику я даю ссылку и объясняю, что вы смотрите примеры, вдохновляетесь, потом смотрите какие-то уже заготовки. Все эти заготовки уже имеют свой код, то, то есть верстальщику не придется что-то с нуля писать. Заказчик ему скажет, что вот я хочу на фотографии повесить эффект номер 3 по такой-то ссылке. Все, верстальщик идет сюда, смотрит третий эффект, вот он находится здесь, берет этот код, эту заготовку, и все, и у заказчика на сайте картинки будут, ну, либо все картинки, либо в каком-то конкретном блоке вот с таким эффектом. Это очень круто и для заказчика, и для верстальщика, и для меня. Верстальщику, потому что не придется все писать с нуля. Тут уже все есть, не нужно ничего выдумывать. Возможно, верстальщики и так это все с нуля не пишут, а просто у нее есть какие-то заготовки, либо ищет оригиналы. Но вот в данном случае искать ничего не надо будет, заказчик всю информацию предоставит. Для заказчика кайф в том, что у него сайт в итоге станет динамическим, классным, интересным, реагирующим на курсор. То есть не просто какая-то статическая картинка, где ничего не происходит, а вот, например, планетки как-то двигаются, крутятся, фоны сдвигаются при наведении. Кстати, вот это тот самый эффект, про который я говорил. Мы наводим курсором, появляется кнопка. Я его чуть доработал, и когда мы наводим на кнопку, поверх появляется вторая кнопка. Вот красненькая вылезла. Так вот, сайт будет интересным. При этом у него есть выбор. Он может посидеть, полазить, посмотреть, как что может выглядеть. Например, дизайнеру нравится вот такой эффект. А заказчику нравится, когда появляется, ну скажем, контур. То есть вот он не нравится, когда кнопка, а вот нравится контур. И что будет, если дизайнер этим будет заниматься? Дизайнер сделал дизайн, выбрал каких-то анимашек. И все. Сайт он больше никогда не откроет. Ну, возможно, возможно, он глянет верстку, если об этом его попросит заказчик. А заказчику потом вот с этой анимацией, которая ему не нравится, сидеть и смотреть на этот сайт постоянно или постоянно или периодически, может он просто иногда заходит на сайт, чтобы ссылку на него дать кому-нибудь. Поэтому хорошо, если все вот эти анимации выбирать будет заказчик. Конечно, тут есть небольшой минус, ему придется потратить время. Но при этом он уже видит много всяких разных вариантов, причем не только картинки, но и всякие подписи у картинок тут за подписью картинок. Ну давай, грузить, грузить. Вот картинок может появляться так подпись, может появляться вот так подпись. В общем, он может посмотреть и что-нибудь захотеть. Например, какие-нибудь анимированные фоны. Вот тут вот есть тот самый фон, который градиентный. Вот он, вот от синего, фиолетовый там еще зеленый был. Я, например, оставил только три цвета для своего ютубовского баннера. В общем. Заказчику есть из чего выбрать, да, он потратит какое-то время, но в итоге он посмотрит уже кучу всяких разных реализованных живых примеров, а не просто на каких-то словах от дизайнера что-то будет в голове представлять, а потом это еще через испорченный телефон доносить до верстальщика. В общем, ему нужно немного потратить время, но в итоге сайт у него будет намного интереснее, чем если бы дизайнер вообще про все это дело ему не сказал. Ну и самый главный плюс. Конечно же, он связан со мной. Вчера книгу отвозил своему подписчику, который в конкурсе выиграл. Да, оказалось, что он из Минска, и мне не надо и топать на почту, стоять там воевать с бабушками. Просто взял и отвез ему. Так вот он говорит: "Тысячи отзывов, это что-то нереальное. Ну как так можно? Не, 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 что-то какой-то мухлёж тут". Дело в том, что я научился все это дело компонентить. Да, если ты делаешь что-то два и более раза, делай это через компоненты. Так вот. Эта страничка это один из тех самых компонентов, на котором я экономлю очень-очень много времени. Мне не приходится все это дело постоянно расписывать заказчикам. Я уже один раз посидел, пособирал всякие ссылки, своих примеров сюда на вставлял и теперь просто даю ссылку на эту страницу, причем даю ее еще через один компонент, текстовый компонент. Да, я даже здесь экономлю пару секунд времени. Вообще, советую полазить тут и заморочиться на микроанимашке. Даю ссылку на эту страницу, там 4-5 абзацев текста, рассказал, что за страница и как ей пользоваться. Видео показал примеры няшной верстки. Вот этот вот абзац текста я вставляю в документ Decryption Docs, который посылаю заказчикам, который вы уже видели в одном из видосов, как я это нафрилансил. Поэтому в следующий раз, когда мы будем смотреть какую-нибудь мою работу, вы увидите там вот этот абзац текста. И мне не придется рассказывать, что же это за страница. Теперь есть отдельный видос, куда я просто буду ссылаться. Вот так вот я тоже закомпонентил себе немного времени, чтобы постоянно про это не рассказывать. Я один раз рассказал и буду давать ссылку. Вот что такое компоненты в жизни. Конечно, можно было бы забить на это все дело, не рассказывать ничего заказчикам, но все-таки, когда заинтересован в результате, хочется, чтобы твой проект был, не твой проект, а проект, в котором ты принимал участие, был интересным а не просто какой-то очередной статической картинкой. Да и к тому же бывает такое, что заказчики видят, какие у тебя классные анимации, как у тебя что реагирует на сайте, и пишут, а можно нам, а как нам такое сделать. И ты начинаешь отвечать на одни и те же вопросы. А теперь вот я подготовился и как бы до вопросов уже показываю ответ на эти вопросы. Такие вот дела. В общем, надо подвести какой-то такой небольшой итог. Анимации на сайте, конечно, должны быть. Мне не нравится, когда анимации взрываются, вылетаются, крутятся, вертятся, что-то где-то сталкивается, и когда у тебя голова вверх ногами. Мне вот такие анимации не нравятся. Мне нравятся классные небольшие микроанимации, поэтому я называю все это дело микроанимациями, которые реагируют на курсор, когда ты их наводишь на курсор, или которые сами по себе как-то классно переливаются, что-то происходит, но при этом у тебя Ничего из карманов не падает, потому что ты не, не на американских горках и, и не висишь вверх ногами. У меня есть страница, которую я даю всем своим заказчикам как минимум один раз. Если я с заказчиком уже работал, то я это просто не упоминаю потому что он и так уже знает, где что поискать. При этом я, конечно же, с удовольствием могу посмотреть уже готовую верстку, когда заказчик скидывает и говорит: Леха, посмотри, как получилось. Я могу что-то посоветовать, например, давай тут на картинку добавим ховер, или тут мы будем наводить на стрелочку, пусть она переворачивается, или вот здесь вот еще что-то добавим. Или, конечно, когда заказчик, когда после того, как я заказчику скинул вот эту фразу, прошло полчаса, он говорит, Леха, что-то я не знаю, что выбрать. В таком случае я, конечно же, стараюсь ему объяснить, что все-таки сайт мы делаем ему, при этом пользоваться будут вообще третьи лица, то есть посетители, чьи вкусы в принципе мы не знать не знаем. Ну, какие-то стандартные наборы анимашек я ему подбираю, говорю, что мне, например, нравится вот такой эффект. А какой он в итоге выберет, это уже дело за ним. Еще бывает, проходит полчаса, <laughs> и мне при прилетает пятый том «Войны и мира», где 58 каких-нибудь ссылок, хочу вот такой эффект, хочу такой эффект, сюда, сюда, сюда. И он мне это присылает, как будто я все это буду анимировать. То есть, получается, тексты, которых тут два абзаца текста, который он вообще в принципе не читал. Смысл в том, что ему нужно выбрать анимацию, взять ссылку, например, вот эту ссылку, сказать хочу отсюда такой-то вот эффект с таким названием, и все, собрать в документе все эти пожелания и отправить верстальчику. А вместо этого он отправляет эти ссылки мне. Но тем не менее, когда он это отправляет, значит он уже выбрал, значит осталось только адресаты поправить, не мне отправить, а потом все это дело перенаправить верстальчику. То есть вся, вся его работа, конечно же, не зря, и она не пропадет. Как-то так. Надеюсь, теперь у вас всех есть представление о том, как же я отношусь к микроанимашкам. А еще давайте покажу вам немного ссылочек. Вот есть привет, понедельник. Вот мне тоже очень нравится, как тут анимация выглядит. У них раньше был другой сайт немного. Вот недавно обновили. Я только сегодня заметил. В общем, мне тоже очень нравится, как тут все сделано. Мы зайдем сейчас. Обновим страничку. И вот, блоки не прилетают, они уже стоят на своих местах, но при этом они очень классно реагируют на курсор. Ничто нигде не взрывает тебе мозг, да, возможно, кому-то такая анимация не очень зайдет, но мне, например, очень нравится, когда на курсор что-то реагирует, я прям вообще тащусь от этого. И вот оно как-то подлетает, мы скроллим, оно что-то подъезжает, но при этом не слева, справа, сверху, снизу, а просто вот немного снизу подъехало. Или вот, например, сайт, тоже давай обновим. Вот тоже анимация, о которой я говорил, она может быть такая анимация. Блоки подъезжают снизу вверх. В данном случае еще не очень смотрится, потому что картинки черные, а анимация фейда белая. И белая с черным, она очень-очень контрастно. Получается, что из-за того, что на белом фоне появляются черные картинки, оно как-то бьет по глазам и тоже есть такой небольшой эффект раздражения. Но в целом оно появляется чуть снизу, то есть оно вверх подъезжает, а не так, что оно с южного полюса летит к тебе и через полчаса долетает. Такого нету, поэтому такой эффект достаточно интересный. И еще одну ссылку скину вам посмотреть. Недавно кто-то спросил в фигма чате, а что вы используете для анимации? И вот кто-то скинул ссылку на свой прототип и сказал, а я использую фигму. В общем, если смысл был в том, чтобы показать какие анимации можно делать в фигме, то это как бы круто. Но если вот это будет чей-то сайт, то это просто, я не знаю, никогда, никогда никому бы не посоветовал такие анимации на сайте. Это просто какой-то винегрет, просто фарш какой-то крутится, какое-то месиво. Вот, поэтому если эффект ради эффекта, то может быть. А если эффект для сайта, то я, конечно, такие анимации никому не советую. Какие вот дела? Видео я себе закомпонентил, теперь просто буду давать на него ссылку, не придется постоянно отвечать на какие-то одни и те же вопросы про анимации, про мое отношение к ним. Теперь есть видео. Просто дал ссылку и сэкономил себе 10 минут времени. <laughs> Замечательно. Вот так вот все и стараюсь делать. Поэтому 1000 отзывов. Там уже, по-моему, даже 1007. Такие дела. Буду на связи. Скоро услышимся. Пока.